Штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже торжественно отметили Новруз Байрамы по инициативе постоянных представительств Азербайджана, Афганистана, Турции, Ирана, Индии, Ирака, Казахстана, Пакистана, Таджикистана и Туркменистана. В мероприятии приняли участие послы стран, постоянные представители при организации, генеральный секретарь организации Одри Азуле, журналисты, представители диаспоры и другие. Выступая на мероприятии, официальные лица рассказали о празднике и его духовном значении, подчеркнув, что Новруз – это праздник, призывающий людей к единению, миру, дружбе и благополучию.